Друзья, всем привет! Меня зовут Аркадий Сафаров. В Нью-Йорке я живу более 3 лет, и я веду блог о США. Сегодня я встретился с моими друзьями и хочу вас с ними познакомить. Они тоже живут в городе Большого Яблока. Ребят, всем привет! Меня зовут Кирилл, я из Беларуси, мне 23 года. Делаю туры в Центральном парке для клиентов со всего мира. Приезжайте в Центральный парк, I'll take you. Всем привет, меня зовут Егор, мне 21 год, я с России, с Архангельска. У меня есть собственный канал в Телеграме, как у Аркадия. Веду свой блог и пишу регулярно об Америке. Тоже об Америке ребята вещают. Сегодня мы хотим дать вам некий call to action. Друзья, мы все знаем, что вы хотите видеть, что вы хотите получать от нас. Это информацию, как переехать в США, как выучить английский язык, все методы, все визы, грин-карт информацию. Все это мы готовим уже прямо сейчас. Все, что нужно вам сделать, чтобы оставаться в курсе, это все пара вещей. Первое. Подписаться на канал Егора в Telegram, который будет по ссылке в описании. Первая ссылка. Ждать там информацию о грядущей трансляции, которую мы для вас подготовим. И второе. Откомментировать ниже, под этим видео, в комментариях, тематику, которая вам больше всего по душе, которую хочется узнать. Это может быть любая, которую я ранее перечислил. Ну что, остаемся на связи. Пока!